Практически нет, потому что у них не было возможностей. И очередной глава района, я к нему приходил, к очередному главе района, каждые 4 года меняли их, получал нет. Ну, я обращался и с шапкой по городу прошелся, по предпринимателям, кто чем мог, помогал финансами, кто чем. Потом, ну вот дорожники, Лардугин у нас, главный дорожник, он помогал как мог. Ну, что он мог? Прочистить дорогу. Потом нефтяники, так же самое от них, прочистить дорогу. Кировцы дадут какой-нибудь, или, ну, в общем, снег пробивали мы, чтобы можно было проехать. Вот это главное, что они могли. Вот. Дорожники сколько могли.